В рамках проекта «Городская среда» и контроля реализации наказов Народной программы партии одинцовские депутаты-единороссы проинспектировали установку детской площадки у дома номер 52 по улице Чистяковой. Новая современная детская игровая площадка была установлена подрядной организацией за счет внебюджетных источников. Набор элементов для обустройства объекта согласовали с жителями. В ближайшее время площадка будет взята под наблюдение видеокамерами по программе «Безопасный регион». Также здесь установят освещение.